Сегодня приготовим вкусное, сочное, нежное куриное филе. Все гости попросят добавки, и никто не догадается, что это диетическое блюдо. Берем предварительно замаринованное куриное филе. Рецепт маринада смотрите в предыдущем ролике, ссылка на который будет в описании под этим видео. Выкладываем куриное филе на антипригарную сковороду в один слой. Никакого масла или воды добавлять не нужно. Через некоторое время куриное филе пустит свой сок, и этого будет достаточно. Накрываем крышкой и оставляем на среднем огне ровно на минуту. Посмотрите, сколько уже появилось сока! Через минуту переворачиваем наши кусочки мяса и оставляем под крышкой на среднем огне еще на одну минутку. По сути, филе уже полностью готово. Оно осталось нежным и очень сочным. Теперь снимем крышку, добавим огонь и обжарим филе еще одну минутку до золотистого цвета. Всего 3 минуты ушло на приготовление этого сочного, нежного куриного филе без капельки жира. Готовьте быстро, вкусно и оставайтесь стройными!